Новые подробности со съемок клипа Алексея Воробьева. Алексей Воробьев снял видеопродолжение «Сумасшедший». Клип на новый трек «Я тебя люблю», презентованный еще в конце лета, совсем скоро выйдет на экраны. Список главных героев по задумке режиссера Воробьева дополнился новыми персонажами. С нами Диана, с нами Ярослав, с нами Игорь, с нами Владимир Владимирович. Спасибо огромное. На поиски Владимира Владимировича в Инстаграм Воробьева ушло несколько дней. Главный звездный двойник президента в этот день был занят и пришлось искать замену. По сценарию мы увидим сразу три временных отрезка. Воробьев и Максимова сначала в роли первоклашек, затем старшеклассников, а потом уже взрослых состоявшихся героев. Владимир Владимирович играет сам себя, Дианочка играет юную Полину Максимову, Ярослав играет юного Алексея Воробьева Владимировича, а Игорь играет Игоря! Ему повезло больше всех. К слову, лирик-видео на песню «Я тебя люблю» уже собрало в YouTube более 2 миллионов просмотров. Интересно, удастся ли этому клипу побить рекорд «Сумасшедший», за который Воробьев удостоился даже самовара на премии телеканала РУ-ТВ.